Традиционный конкурс «Чувашская красавица России-2020» в этом году прошел в онлайн-формате. Победительницей стала Анна Белиева из Канашского района. У конкурса богатая история. Каждый год он собирает со всей страны самых красивых, умных и талантливых девушек. На этот раз на титул претендовали 23 красавицы. Народное голосование проходило в группе Чувашского национального конгресса в социальной сети ВКонтакте. В состав жюри вошли известные деятели культуры. Участницы представили видеоматериалы. В них кулинарное искусство, собственное творчество. Жители и жюри отдали свои голоса за Анну Белиеву. Конечно же, я не ожидала, что одержу победу. Самая интересная номинация в конкурсе – это было чувашское национальное блюдо. Я выбрала чогот, чувашский творожный сыр, и айран, по-чувашски уйран. Это кисломолочный напиток. Меня бабуля научила, как все это делать. При подготовке к конкурсу мне помогали работники культуры, мама, папа, учителя, бабули. Я им всем благодарна. Я очень рада, что заняла первое место в этом конкурсе. Екатерина Шеверова, Дмитрий Салманов, Республика.